Ну, сюда давай. Засыпается. Нет, сначала надо зарядить. Он уже заряжен. Нет, ты расскажи. Засыпается сначала что? Порох. Порох. Угу. Потом сюда забивается что? Шомполом пуля. И потом пыш вставляется. Или пыш после пороха, потом после пули пыш. Либо сразу контейнер с пулей. Потом насыпается что? Потом. Потом что? Взводится. Сначала предварительный взвод делается, потом сюда насыпается затравка, то есть порох, да? Потом закрывается вот эта вот крышка с высекателем. Ну, взводить теперь до конца. И что происходит, когда раздается выстрел? Что происходит? Отсюда вылетает взрыв. Отсюда вылетает, высекается искра. Искра воспламеняет вот тут порох. Порох передается в ствол. И происходит выстрел. Откинулся. Ну так из пистолета не стреляет, значит, ты можешь порох может поразить глаза, взрыв пороха, пламя может. Вот, вот так можно. Нет, лучше стрелять вот так, на вытянутую руку. Но он же стрелял. Это же не ружье, он в очках был. Да, вот так, вот молодец. Снимать? Да. Все. Механизм ясен.